это Краков, моя историческая родина. Мой дед родился и вырос здесь, также занимал высокий пост. Здесь очень вкусная еда, много студенток, студентов, красивых людей, университетов и огромных перспектив. Друзья, переезжайте в Польшу. Это голова, связанная Эрос, скульптор Игорь Матарай, польский скульптор. Голова означает, что когда мы кого-то любим, мы теряем голову и производим иногда вполне непонятные поступки. Ну, здесь реально можно потерять голову, большая концентрация университетов и огромное, просто огромное количество девушек из Украины, из Польши, из Евросоюза, которые приезжают сюда учиться, в Польшу, в Краков. Ну, собственно, а почему бы и нет? Европейское образование на английском или польском языке, которое можно будет применить во всем Евросоюзе. Во-вторых, здесь очень недорого, по сравнению даже с дешевой Чехией. Аренда жилья, продукты процентов на 30-40 дешевле, чем в Праге. Погода. В Москве сейчас холодно, я вот в футболке. По идее, я вернулся из Мексики, мне должно быть не по себе от мороза, но погода хорошая, плюс 22 градуса. Друзья, у нас понедельник и во вторник будет вебинар по Польше. Я специально приехал сюда, чтобы пообщаться с нашим экспертом в режиме вебинара. Вы узнаете, каким образом готовится карта по быту, воеводское приглашение, как сделать визу, где лучше подавать для граждан СНГ, где делать страховку, потому что вот сейчас, например, ребята в Казахстане говорят, страховка стоит 170 евро, но мы знаем места, где это намного дешевле, для чего платить такие деньги. Как переехать семейно, как проходить интервью, какие документы предоставить, ну и так далее, и так далее. Все это будет на наших вебинарах. Понедельник и во вторник, 16 часов по Москве. Рекомендуем посетить. А мы планируем еще съездить 65 километров отсюда, Освенцим, тот самый лагерь. Ну и погулять по Кракову. Тут действительно есть куда пойти. Очень красивая река Висла. Так, друзья, ссылочка будет под этим видео. Приходите на наш вебинар. Получить ВНЖ Польши – это большое преимущество. Образование, виза в США и в Канаду можно получать в Варшаве. Есть реальные примеры. Невысокая кредитная ставка и так далее, и так далее. Все это можно будет узнать и для себя использовать. Всем удачи, пока!